Свою природу, вечно сокровенную, Христос в простую речь преобразил и вкладывал в слова обыкновенные, каких никто, как Он, не говорил. «Я есть свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда и Конфуций, но «я есть свет» мог только Бог сказать. «Я есть жизнь» — три слова, всем знакомые, понятные, кому их не скажи. Но жизнь — загадка с строгими законами, Христос — разгадка ей, Он сам есть жизнь. «Я есть путь» — каких путей запутанных не исходили мы, ища где суть, где жизни смысл, вуалью тайн окутанный. Христос дает ответ, Он сам есть путь. Свершилось, слово будто бы обиходное. Мы много совершаем на пути, но не всегда совершаем благородное, и никого не в силах мы спасти. Но со креста Христом произнесенное, оно дает спасение грешным тем, чье сердце пожелало быть спасенным через то, что совершилось на кресте. Враг нам шепнет, подумаешь спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал, я жизнь и воскресение, куда иду, спасенный будет там. Я есть сущий, это просто сказано, не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть.